рыбаков на реках региона стало больше на 30%. Возглавил рейтинг самых популярных мест для рыбной ловли Верхний Плюс Цимлянского водохранилища. Куда еще поехать на отдых с удочкой, читайте на нашем сайте. Нарушители правил парковки в Волгограде будут ловить с помощью спецтехники. В ближайшее время по городским дорогам начнет ездить автомобиль с автоматической системой фиксации нарушений правил парковки. Разработчик экзоскелета профессор Александр Воробьев отправится на Донбасс. Команда волгоградских ученых подарит детям и героям крылья надежды – уникальные средства абилитации и реабилитации верхних конечностей. Роспотребнадзор призвал волгоградцев привиться от опасных инфекций. В списке смертельных заболеваний – тулеремия, бешенство, сибирская язва, чума и бруцеллез. На сайте МТВ список профессий, для которых вакцинация обязательна. А также какая судьба ждет территорию у мемориального комплекса «Лысая гора». Ответ в программе «Открытый диалог». В гостях студии МТВ председатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Лукаш. Как покорить водную стихию и сделать безупречный макияж? Алина Успенская, ведущая программы «Доброе утро, Волгоград», знает ответ. Об этом и не только. Читайте и смотрите на сайте mtv.online.